Красота, здоровье и энергия независимо от возраста. Настоящий путеводитель для женщин, книга «Женское тело. Инструкция по применению» была презентована для всех желающих в один из сентябрьских вечеров. Автор книги – доктор медицинских наук, профессор Ольга Юшковская, лучше всех знает, как сделать свое тело предметом гордости и комплиментов, а не врагом или поводом для насмешек. Эту книгу о женщинах и для женщин я достаточно давно, знаете, как долгожданного ребенка вынашивала. Мне хотелось написать книгу, которая была бы книгой-энциклопедией, книгой-подругой, книгой-учебником, для того, чтобы все мои близкие мне люди, мои подруги, мои пациентки, коллеги, этих женщин так много всегда вокруг меня, мы все очень разные, но на самом деле проблемы и цели, и задачи у женщин одинаковые. Женщины хотят быть счастливыми, женщины хотят быть любимыми. И женщины очень сильно хотят быть здоровыми. Женское тело – удивительный феномен, такой же прекрасный, как и загадочный. Хрупкое и нежное, оно оказывается иногда выносливее и гибче мужского. И пока поэты и художники продолжают восхищаться тайной женского тела, ученые дают ответы на простые и насущные вопросы о нем. Я от всего сердца рекомендую каждой женщине ее как настольную книгу, потому что Ольга Геннадьевна смогла в этой книге очень достойно собрать воедино, да, и изложить это все понятным и доступным языком, рекомендации для женщины. Да, то есть рекомендации эти касаются не только правильного питания, но и правильных физических нагрузок, вот, и, допустим, приема каких-то определенных пищевых добавок, которые нам необходимы женщине с каждым возрастом. Она учит, как правильно и доступно, да, элементарно измерить там окружность талии и понимать, какой должен быть индекс тела. Ценность этой книги в том, чтобы получить некие инсайты от этой книги для женщины, нового поколения женщин, и любить себя за счет того, что полюбить свое тело, полюбить свою душу, полюбить себя изнутри и снаружи – это то, что рассказывается в этой книге. Простые даже вещи многие мы не знаем. И в этой книжке можно открыть для себя и путь к здоровью, путь к красоте. Я думаю, это в книжке все описано, и причем простым языком. Работа над книгой заняла почти год. В ее основе статьи, лекции и телепроекты Ольги Юшковской. Лучшим подарком автору стала встреча с женщинами, которым действительно удалось изменить свою жизнь и здоровье благодаря ее активной жизненной позиции и профессионализму. Были и те, кто специально приехал на презентацию книги из другого города, чтобы получить бесценные советы и познакомиться с автором поближе. Ольгу Геннадьевну впервые я познакомилась, конечно, с ней сегодня воочию. И слава Богу, что есть такая возможность приехать именно к ней на презентацию. А вообще за ней наблюдаю благодаря Фейсбуку и Инстаграму уже несколько лет. И очень хотела познакомиться. И кроме того, училась у нее в школе. Ой, ну это очень замечательная книга, которую мы все давно очень ждали. Действительно знали, что Ольга Геннадьевна ее готовит в течение уже года. И я думаю, что она должна быть настольной книгой у каждой женщины, потому что действительно то, что дает Ольга Геннадьевна, это бесценные советы для руководства каждый день, ну и даже в праздники. Почему женщинам так часто хочется сладкого? Почему они такие ранимые? Почему им так важно внимание и личные границы? Этими вопросами хотя бы раз в жизни задавался каждый мужчина. Ольга Юшковская утверждает, что видеть мужчин на презентации ей очень приятно. Это говорит о том, что они пытаются понять и помочь своей второй половинке почувствовать себя желанной и самой лучшей. Все те мужчины, которые здесь присутствуют, это мужчины все-таки, которые пришли вместе с женщинами. Потому что для них очень важно, наверное, лучше понимать своих избранниц. И уже целую неделю идут продажи книги. Вы знаете, на что я обратила внимание? Уже было несколько мужчин, которые купили эту книгу в подарок своим женщинам. И, знаете, так трогательно, когда они просят автограф любимой женщине от того-то, от того-то, от того-то. Мне, вы знаете, очень приятно, что мою книгу дарят в подарок любимым женщинам. Юрий приехал на презентацию вместе со своей супругой. Он говорит, что уже давно с семьей придерживаются советов, которые дает Ольга Юшковская. Правильное питание в их семье теперь на первом месте. Именно советы Ольги Геннадьевны зажгли искру вот
правильного питания мотивировали мою супругу. А поскольку мы одна семья связаны, она ненавязчиво, моя жена в данном случае, подвела меня точно так же к правильному питанию. Я обратил внимание, кстати, что мужчины как-то стесняются, как-то воздерживаются от этого подхода, да? То есть считают себя совершенными, идеальными, но это не так. Я на себе лично прочувствовал, да, порядка 15 килограмм потерял. Опять же, не потерял, а сбросил лишнего веса благодаря советам Ольги Геннадьевны для семьи в целом. Поэтому атмосфера здесь, я считаю, шикарная, хотя я считаю, что все-таки мужчин не хватает. Помимо правильного питания, красоты и спорта, в книге также есть и отдельная 10 глава «Топ-10 рецептов красивой и здоровой жизни» от Ольги Юшковской. Один из них очень емкий и важный. Дорогие женщины, будьте любимы собой. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».